работаю лодку семейства Фурсил в базовом варианте. Многие спрашивают все-таки, как выглядит базовый вариант за вот ту самую низкую цену на рынке на новую лодку. Вот таких примерно габаритов. Итак, напомню, лодка Фурсил 425 длиной 4,30, шириной 1,77 м, килеваттность у нее 11 градусов. Данная лодка как раз и является тем самым экземпляром за минимальную цену под румбельное управление. Вешаем сюда минимально допустимый мотор от 20 сил до 40 под румбельным управлением, вы на воде. Больше вам здесь ничего не нужно, чтобы быть на воде, чтобы получать удовольствие от рыбалки. Базовую комплектацию входит запененный корпус, то есть он полностью не подавляем. Лодка отделана фанерой FSF ламинированной. Присутствует кормовая банка, под которой огромный рундук для топлива, для спиннингов, для рыбацких вещей. Имеется такая подъемная перегородочка для того, чтобы можно было удобно положить бак. Так, блокируется, закрывается крышкой, и вы управляете под рукой. Лодка абсолютно не подавляема, также в базовую комплектацию входят 4 швартовочные утки и 4 пластиковых ручки, закрепленные в крепас. Ручки можно регулировать по всей длине лодки. На носу у нас один рундук, так называемый якорный, мокрый под веревки, под кранцы, под какой-то якорь и так далее. Мы видим огромный простор, мы видим полный объем лодки, полезный. Все имеется в лодке для того, чтобы получать максимальное удовольствие от рыбалки. Обращайтесь к нам в компанию Фурсил, и такая лодочка может быть у вас.